Поговорим сегодня на ГВшке. Бедная панда Тэффи. Так, тут у нее прям все сейвят бедную пандочку. Так, привет тебе, хорошо стрима. Что пожелать? Мы возьмем сюда кого? Нам бы сюда раскол какой-то массовый на атаку. Так. Кого сюда возьмем? Я даже не знаю, можно взять Икеанос, он такой типа застанет все дела. Может снять бафы. Так. Вторую пачку мы возьмем, наверное. Просто попытаемся его... Пролагмаронить. Ага. Так, тут понятно, что мы возьмем. Так, а в первую пачку. Так, мы берем иммунитет. Так, добавляем сюда еще какого ДД. Можно взять Светку Соколову танковать. Или взять... Так, кто еще из светлых мобов может танковать у меня? Паладинша. Ну, тут иммунка будет. Так, хотя не думаю, что она сильно поможет. Возьмем, да, все-таки так. И возьмем сильного какого-то ДД с массовкой. Это будет... Хотя можно взять еще панду. Не, панду не будем брать. Не хочу ее брать. Мы возьмем еще... Кого я сюда возьму? Панду водяную? Хотя нет, это надо одну ульту дать, потом еще это отхилит. Это будет долго через панду воды. Она немножко геморная. О, а вот Дафнис, мне кажется, зайдет как дети в школу. Ага. Да, вот с Дафнисом будет прям зачет. Устойчивость, этот бафы никто не снимает. Давайте лучше точность поставим. Поехали. Шанс участвовать в битве гильдии дается один раз в 12 часов. Хорошо, спасибо, Комтосы. Спасибо. Полезный совет. Полезные советики. Так. А, точно сюда надо нажать. Давай непобедимку себе кинем. О, станцевала панда. Молодец, а сейчас я станцую. Так, давай снимем. Только не убивай, не убивай. Прям посмотрите, ювелирненько-то когда. Так, сюда-ка. Ювелирчик. Стой. И добиваем, да? Ай, почти. Да, стой, стой, стой. Ого, панда, ты чё? Ого. Ого, она ударила. Ого. Панда, мне это не нравится. Подожди, подожди, подожди. Стан. Стан. Так. Это так прям больно было. Прям некрасиво. Со стороны панды. Так, купол пока... Не, не будем кидать. Просто бьем сюда. Ага. Так, давай... Давай сюда. 85 точности. Не работает чатик. Не работают. Так, давай... купол не будем. Давай лучше вот так подхилимся. Кинем вот так вот. Может сейчас прокнем Виолентом и опять защитимся. Стан. Не. Виолент, понятно, все понял. Виолент. Угу. Сюда-ка, глантик. Стой, стой, стой. Давай лучше защитимся. Да, вот так будет лучше. Да ты посмотри, она опять станцевала, эта панда. Пляшет просто. Скачает москаль. Так, стан. Так, подхилимся. Да, лидерка на точность тащит, мне кажется. А ну, убьем. А стоп, там сейчас пассивка, наверное, откатилась, да? Точно. Зря я это сделал. Зря просто отдал ульту. Лучше бы я в нее дал ульту еще одну. Так, давай специально, чтобы кинуть непобедимку. Не прокай, не надо. Так, сюда слип. Откатим. Да, да, вот так вот. Стан. Опа, еще стан. И давай еще ход. Да посмотри, там 200 точности у этой панды. Постоянно закидывают раскол. Ты че, там лидерка на точность плюс 200 или что? Толпануться можно, не прокай. Идеально, посмотрите, да, когда просишь паладиншу не прокать, она прям слушается, мразота. Слип. Блин, и бафов нету, ладно, ждем. Сейчас бафнется, переагри. Стан. Кинем непобедимку. Посмотри, постоянно закидывает. Жесть. Это мерзость. Так, ага, Немезис, понятно. Стой, 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 пандочка. Надо бы добить эту звезду.
Ах ты, сучка. Блин, не успеем ее добить, наверное. Не успеем, она сейчас хильнется. А что ж такое, что ж так не прет-то, а? Начинает уже писить. Дафнис, есть ульта? Нету. Так, давай. Рок. Ага. Все, до свидания, сдохла наконец-то. Паскуда. Бесит. Так, давай переагрим. Ага, только не прокай Виолентом, не прокай. Спасибо. Ага, смотрите, с первого раза не закинул, еще решила сходить. Стой, 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 гланс. Ага, стан. Пол. Тебе привет, хорошего стрима. Так, подхилька. Вот так вот вжух. Блин, шоколадная панда. Как вчера кто-то сказал, панда в этом костюме похожа на моего батю на море. Так, давай, ультанем. Думаю, хватит дамаги, да? Чудненько. Блин, больно била панда. Не самая жирная, конечно, но ее сейвила, конечно, Триана по-жесткому. Тут Триана, на самом деле, больше мешала, чем эта долбанная панда. Так, раскол, пожалуйста. Спасибо, Пир. Спасибо. Еще бы мог прокнуть Виолентом, ну ладно. И так сойдет. Крит. Пират, ты выживешь, ты видел? Пират, мы тебя спасем, братишка. Братиш, ты видишь? Пират уже напрягся, наверное, булочки сжал. Короче, идем на этого миссия бюджетного. У меня тоже есть перна, кстати. Сюда возьмем школьника, я надеюсь, он выдержит дамагу. Я, кстати, школьника хочу переодеть через Виолент. Не нравится он мне. Шилдак с Эмонкой, конечно, прикольно. Бла-бла, но в Виоленте, мне кажется, он будет чуть интереснее. Да, мне так кажется. Так, и мы возьмем сюда еще кого? Нам нужен здесь будет иммунитет. У меня бюджетная ран. Ой, ран. Фран теперь. Максимально медленная. И мы сюда добавим еще. Так, можно взять панду. Или панду я сюда возьму, сейчас подумаю. Здесь, правда, мешать будет вот эта фигня. Но мы можем специально как танка взять. И его... Панда это она или он? Девочка? Панда это девочка, да? Значит, она. Так, сюда возьмем Тессариона. И... Если взять еще козлика, то будет, я думаю, самое то. Но главное сразу вырубить ему эту звезду. Потому что он будет постоянно заливаться за счет панды и за счет козлика. Но если вырубим, то, я думаю, вполне вот так вот закатит. Да, я думаю, вырубить главное вот этого пиздюка, а дальше все покатит. Ага, и главное, чтобы он не кинул раскол на какого-то... Стоп, а если он на Тессариона кинет раскол? Будет печалька. Сейчас я подумаю, может двоих водяных лучше персонажей взять каких-то. Сейчас подумаю. Так, в первую пачку надо брать. Подождите, кого я возьму в первую пати? Еще ДДшником будет у меня. Раз я панду забрал. Макака воды нет, не покатит. У всех просто зал был от Кунтуасов. Бог был на панду света. Я просто не фармил. В тот день был занят, видимо. Не играл пару тысяч лет. Видимо, 10 лет назад панду света выдавали. Так, сюда я возьму ДДшника. Можно взять Сиару на самом деле. Сиару взять? Да, возьмем Сиару. Пускай будет баф на атаку есть. Типа так и должно быть. Да, покатит. А сюда мы доберем все-таки, сейчас подумаю. Если водяных мобов шарик воды не прокатит, он будет мешать только... Блин, Тессарион сюда неплохо на самом деле заходит. Можно взять Тессариона плюс Усу. И надеяться, что не заслипает. Надеяться. Так, плюс Усевича. Лидерку... Ну, оставим на защиту. Или на резист. Защита или резист. Давайте резист. Авось прокатит. Тысячу раз так делал, сработает как часики, поехали. Сейчас получу 18 проков Виолента от панды. От этой Исели или как ее там зовут. Опа, ну, смотрим, выдержит ли школьник. Подожди, он в Виоленте? Это интересно, но что-то по дамаге не особо, да, интересно. Да, что-то как-то типа... Ну, так себе. Видал и получше. Так, не буду тратить специально. Сюда кинем раскол. Сюда кинем раскол. Да, я ей, кстати, сделал на 8 точности больше. Теперь у нее не 7 точности. Теперь у нее пятнашечка. Да. Так, сюда. Сиара, все хорошо? В порядке, Сиара? Реально все, все
Все, типа чикен макнаггетс. Все, чики-пуки. Воруй. Классно своровали, 80 точности. Угу. Да, классно, классно, мне нравится. Стой, 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 что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты ебанутая? Так, давай вот так вот. Так, 4 книжки. О, привет, школьник, как дела? Что-то рыгнул в ответ. О, 5 книжек. Вжух, я опять. 0 хп. Е-бой. Так, сюда. Школа началась, и Сиара начала адекватно себя вести. Совпадение? Не думаю. Так, раскол. Так, клинсить сюда не вижу смысла. Давай сюда. Ага, так, воруем отсюда, да? Своровали. Так, давай сюда-ка. Так, ничего не делаем. Все равно взорвется. Так, 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 сюда, чтобы снять купол. Побольше дамаги. Так, сюда-ка. Так, сюда-ка. Ага, бафаемся. Сейчас опять будет бомба, да? О, 5 книжек. Так, давай сюда. Наверное, сюда будет выгодней. Чуть больше дамаги нанесем. Стой, стой, стой. Ага, да. Ну, чё, достаточно больно бьет хамончик этот, я вам так скажу. Дамы и господа, мы сырые сырихи. Больно лупит. Хотя и под бафом атаки еще. Может, он через крит урон одет. Кстати, есть такой вариант. Воруй. Ага, 5 книжек. Классно, да, своровал. Он тут же получил сразу 5 книжек. Перехвалил мразь эту. Да, Сиара? Как дела, Сиара? Все хорошо, ты в порядке? Так, дай фронт походить. Так, ладно, бафнем. Жух. Сиара? Да ладно. Сиаронька моя-то девочка. Вот здесь же делает. Так, жух. Давай, смотрите. Сейчас бафов как и не было. Смотрите. Не, ну пока неплохо. В принципе, жить можно. Так, давай сюда. Лидерка-то сработала, чатик. Сейчас кто-то скажет, Толик, но надо было брать лучше на устойчивость. Что ты делаешь? Лучше бы ты взял на устойчивость. Да, устойчивость лучше. Что ты делаешь? Ага, так, сюда. Бам, минус. Домой. Так, раскол. Хорошо, еще сюда. И еще сюда, раз такая пьянка. Напрокали. Стой, стой, кого? А, ну конечно. Да, вот. Слипчик. Так. Резист, ребят, у перны точно 100 точности. Бабки не ходи. Да, резист, лидерка. Перна станет с первого скилла. Ебой. Сейчас, смотрите, сейчас кто-то... Блин, бедная панда. Чаще ставьте лидерку на резист. Работает, ребят. Неимоверно классно. Устойчивость, видели? Сработало. Я же говорю, ставьте лидерку на резист, а вы не слушаетесь. Быстрее опять. Опять заслипало. Лидерка резиста работает, как часики. Она с первого скилла слипает. Классная игра, люблю ее. Да, давай, панда, попляши. Пойдем-ка мы сюда. Еще на бюджетный девчик. Максимальный сегодня бюджет выбираем. Я, наверное, даже оставлю здесь Тессарену, только панду уберу. Мне нужен сюда какой-то козел отпущения. Можно взять типа вот так вот и типа вот так вот. Типа вот как бы вот так. Вот так вот. Вот это вот. Вот так вот. Да. Думаю, даже моя эта подруга, если это не свифтовая из Элли, то мы можем обогнать ее. Хотя все равно заслипает. Вот видите. Да. Сюда мы возьмем. Кого мы сюда возьмем? Не, Сиаре я не верю против такой лидерки. Хорошая попытка Сиара. Мы доберемся до... Так, ну здесь баф на непобедимку, но половину хп надо сбить. Здесь может скинуть. Поэтому Дафнис не самый лучший вариант будет. К сожалению. Как танка сюда можно взять панду. И мы еще доберем сюда какого-то, скорее всего, саппорта. Козлик здесь не нужен, так как есть иммун.
А если взять сюда Лича, а кто Лича будет бить? Лича будут бить вот эти вот двое, возможно. Но это не точно. Лич, Лич, Лич. На самом деле он здесь не особо и нужен. Хотя я и без него затащу. Пускай будет, да? Пускай будет личинка. Попробуем с ним. Хайбуды. Антикрит, ага. Так, сюда-ка, вжух. Ага, так, давай бафнемся. Люблю сразу бафки дать, чтобы сразу с контратаки перно начало получать. И вот эти вот все, все, кто тронут мою пандочку. Не трогайте мою пандочку. Давай раскол. Не раскол. Так, не по всем. На тебе. Так, сюда слип. Подождите, он у меня что, в дестрое? А, это панда скрашила. Да, точно. Он же мне не в дестрое. Ладно, мой виолент. Сегодня мой день. Так, на тебе, обновили. Сюда к. Замедло. Спасибо. Раскол. Пожалуйста. Слип. Не слипай в усу. Спасибо. Так, сколько там стаков? Кто заметил? Сколько стаков уже у моего этого пиздючка? Заморозь, убей. О, нормально так мазал, слушайте. А, мы еще и заморозили, я понял. Разменяли замедло на заморозку. Так, давай сюда. Фу, неплохо так. Сколько там уже стаков? Это девятый был стак или какой там? Я не успеваю заметить. Так, оно. Так, ресетнул аккаунт на 4400 дней. ГЦшка тебе. ГЦшка с ресетом. Классный раскол, да? Короче, какой-то там уже стак. Какой-то там, да. Так, ага. Бафнемся. Пускай личинка убьет, да? По красоте, что было. Стой, 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 не убивай, не убивай. Дай личинки убить. Блин, личинка не успеет походить. Личинка, не убивай. Ладно. Не дали личи убить. А, она все-таки свифтовая. Давай мы кинем. Наверное, вот так вот. Вот так вот сделаем. Так, Фран ударила. Хорошо. Давай сюда раскол. Меньше дамаги. Сейчас я думаю, кого первого надо будет вырубать. Первого будем вырубать, наверное, и Селью, чтобы ее сразу прям вынести. Вперед ногами. Попытаться, по крайней мере. Ой-ой. Да ну ты посмотри на эту сучку! Какие усища про сексуалити. Еще разок. Благодарочка. И да, взрывай свитки и... Спасибо тебе, Громишел Ослеп. Спасибо тебе большое. Это ты на свиточке, да, Ким? Опачки, 56%. 44% осталось, чатик. 43 с копеечками. 43% и мы откроем сегодня свитки. Сегодня Дашка ко мне приедет, и мы откроем свитки. Да? Ну, если добьем, то откроем свиточки и вместе с теми, что у меня есть. Я сейчас закончу ГВшку, покажу вам все свитки. Так, продолжим убивать сюда. А чё, критов не было? Во, совершенно другое дело. Давай, нет смысла хилить. Она умрет? Она же, да, похуй? Она умрет? А, нет, сначала работает крест, потом... Не-не-не, я уже на такое велся, поэтому... Ну, смотрите, она может сейчас напрокать виолентом, меня заслипать, лучше добить, правильно? Я манал. Да, я уже давал шансы таким ребятам, они вечно меня наказывали. И говорили, нет, Аракис, ты не прав. Зачем ты так делаешь? Так, все. Ладно, давай сюда хилим. Так, сюда заблучим. Ага, так, кого? Давай сюда, тут купола нету. Отлично, бафаем. Опять две книжки. Мишка с книжкой. Самый лучший школьник, видите, обучается всему. Самому наилучшему. О, купол сорвал. Так, сюда раскол. Сюда бьем. Сюда хотя бы критануть можно, слей так бар. Ах ты, собака. Дикая. Так, давай сюда. Ага, сюда сольем. Вжух. Панда, как дела? 13 тысяч хп. 26 тысяч хп у панды? Ну, мы же половину рубим, да? Ну, пускай мы там чуть-чуть скра... А, хотя, подождите, никто мне не крашит. Он деспа... Он деспайри! Вот это прикол. 26 тысяч хп у панды. А, не, подождите. 9 тысяч сейчас... А, ну больше я бы и не срезал. 26 тысяч хп у панды. А у меня 26 тысяч хп в плюсе. Боже, зачем так панду одевать? Зачем ставить такую панду убогую в защиту? 26 тысяч всего, а тут в плюсе 26 тысяч.
меня даже у Фран больше хп, чем у его панды. Это ужасно. Это прискорбно. Это очень плохая панда была. Зато всякие ЛД-первачи и красавчик в двухрубиновой гильдии сидит. Молодец. We'll be right back.